А вообще я хочу сделать карантинную зону вот эту полностью, вот так. Хочу вольеры увеличить. Так, ну тут хорошо ходить. Уже тут сухо. Ну, видишь, так. Это, помнишь, была статья? В поле щенки 12 штук. Вот 6 здесь, 6 здесь. Разделили. Это из поля, малыша. Пойдем дальше. А вот. Вольер номер 1, номер 2, номер 3. На них будем писать. Я заставила сейчас повешать. Потом будем про нумерацию. Потому что все поперепутано, а нумерация нужна. И здесь будет фамилия, кто смотрит за этим. То есть я в любой момент. Ага, ну, кто там? Женя? Ну-ка, Женя, иди сюда. У тебя то-то, то-то не так. Видишь специально, как сделано, Лариса? Дырка упирается в перегородку, то есть на малышей не дует. Иди, глянь. Я видела, да. Это специально, чтобы они входили так и туда. И, как раньше, ни мороз, ни ветер уже сюда не забьет. То же самое перегородку, они ничего не сделали. Но перегородка внизу должна быть то же самое. Ребята, здесь еще ничего не было устроено, не было это самое, не покрашено, ничего. Это временное, потому что нам некуда было отсадить. Да, мои хорошие, да. Здесь то же самое. Да, вот в эти будки мы заглядывали. Привет, мой маленький. Тебя идет на озеро, кто себе? Котик мой. Да. Маленький старичок здесь у меня. Ничего, все есть, еда есть. Ну, видишь. Да, старичок. Просто ему в будке там холодно, его там убежали. То есть посмотрели, перевели сюда. Сейчас будем думать, куда его отсадить. Ой, Масявки. Ребята, нам очень нужна вот такая лампа. Если еще подарите парочку ламп вот таких, буду искренне благодарна. От всего сердца. Ребят, лампы очень нужны. Хотя бы по одной лампе нам бы топку, чтобы не бегать с ней из одной в другую. Она, видишь, какая? Она очень удобная. Да, это важная вещь. Видишь? А можно... А, тут нет никого? Сейчас. Здесь нет никого. И видок у нас сделано, Лариса? Я заглядывала, да. Ну, и дырочка, и туда, да, на улицу. Вон, видишь? Ну, это как большая будка. Здесь сильно много. Не заходи, чукай. Где ж ноги поднять? У меня лапы твои. У меня ж, конечно. Вот, видишь, ванильный. Видишь? Вот, они выходят гулять. А на, да, них дырочка там. Все, и пошел гулять в ту дырочку. Все, здесь нормально. Здесь то же самое. Что ты валяешься? Ну, эти малышня. Да, да, да. Карапузы. Мамины. Он один лежит, половина на улице, половина тут. Да, потому что он занял дырочку, и все, и как хочешь, так его обходи. Телепузик. Завтра их выгоним, закроем дырочки. И завтра полностью, ребята, вот мы грунтовкой покрыли, ребят. Но сейчас надо это все покрасить, потому что запах чувствуешь. А после краски запаха уже не будет. Все. Клетки у нас огромные, сама видишь, какие. Это специально. И туда, и туда. Здесь специально отгородили, если, знаешь, как экстренно, если кого-то придется посадить, то, по крайней мере, никто не достанет до колорифера. Так. Карантин временно сейчас освободен, потому что мы его будем перекрашивать. Он должен быть белого цвета, он должен быть чистый. Еще, ребята, если у кого-то есть после ремонта остатки какой-то плитки, ребята, нам очень нужна плитка на пол. Любая. Принимаем любую. Пойдем дальше. Так, здесь отсюда щенят забрали, здесь еще не убрали. Вот, но, ребята, клетки нужны, они необходимы, потому что мало ли, какого-то малыша посадить, кого-то после стерилизации посадить. Ребята, бывает так, что кого-то обидели, и надо срочно рассадить. Бывает, кто-то экстренный, кого мы забираем с вольера. То есть эти клетки нам нужны как запасной вариант. И они у нас везде. Они большие, они предусмотренные. Место хорошее. Пока они пустые, потому что, слава богу, и пусть они будут пустыми все время. Ребят, проблема в том, что, смотрите, мы все время говорим,
Мы сделали только, сделали вот это. Ребята, сейчас у нас самое главное. Нам нужен корм. Нам очень-очень нужен корм. Ребята, начинается опять наша основная боль. У нас заканчивается корм. Я вас очень прошу. Ребята, мы очень много сделали. Им делаем. И люди выбиваются из сил. Потому что, сами понимаете, кроме вас, у приютов никого нет. Ребята, к сожалению, мы частный приют. К сожалению, мы живем только на ваши пожертвования. Я прошу вас, друзья, нам нужна ваша помощь. От всего сердца, от всей души я обращаюсь к вам. Ребята, нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, скоро животные опять будут голодать. Ребята, просто привозить помощь по одному, по два мешочка, как делают наши волонтеры, это не спасает приют. Поверьте, они делают все это от всей души. Но среди нас нет меценатов, среди нас нет спонсоров. Есть люди, у которых сердце просто не может пройти мимо. Ребят, именно они периодически спасают наш приют. Наши бабушки, ребята, по 100 рублей нам кидают. Я вообще не представляю, мы выживаем чудом, реально чудом, потому что такую махину ворочать каждый месяц. А мы это делаем третий год, ребята, уже третий год. Я прошу вас, отзовитесь. Пожалуйста, кто-то отозвался в этом месяце, кто-то отозвался в следующем. Ребята, пожалуйста, подключите автоплатеж хоть на 100 рублей. Думаю, для многих это небольшая сумма, а для нас она основная. По 100 рублей складывается 10 человек, и у нас мешок корма. Ребята, пожалуйста, корм очень нужен. Прошла акция в феврале. Она настолько нам помогла, и я очень вам за это благодарна. Потому что мы весь февраль прожили, и мы живем немножечко мало. То, что нам удалось собрать на акции, оно заканчивается. Ребята, прошу вас, отзовитесь. Пожалуйста. Очень-очень прошу вас. Всем сердцем прошу. Когда готовим ролик, не всегда удается сдержать свои эмоции. Не всегда можно сцепить зубы и выдержать. Иногда это настолько больно, что уже не знаешь, какие слова говорить. Помимо боли, вот этой открытой, когда два малыша, неизвестно, доживут до утра или нет. Помимо этой боли, за спиной еще куча проблем. Жуткое отчаяние бывает. И знаете, как трудно изображать железную леди, когда все трещит по швам, когда эмоции просто перехлестывают и рвут сердце. Ребята, я не жалуюсь. Нас никто не заставляет. Мы сами выбрали эту дорогу, это дело. И самое страшное, ребята, то, что бросить это нельзя. Потому что у них никого нет, кроме нас. Вот представьте себе на минутку. Вы посмотрели ролик и ушли. И я тоже могу, ребята, закричать, сказать: «Все, я больше не могу». И тоже бросить уйти. Только я не смогу этого сделать, ребята. Я ведь после этого жить не смогу. И это не высокие слова, это
Это просто разорвется сердце, потому что больно, ребят. Я не знаю, почему мы такие ненормальные. Почему так близко все принимаем к сердцу? Это не истерика, хотя многие нас называют зоошизой. Может быть, они в чем-то и правы. Может быть, нормальный человек – это тот, которого во всем меру. В меру радости, в меру боли, в меру порядочности, в меру доброты, в меру зла. Как же больно, ребят. Почему мы так бессильны? Боль, ребята, ее не всегда терпеть можно. Я сейчас плачу, потому что целый день схожу с ума возле малышей. И молю Бога, чтобы они дожили. Для меня они дети. Для меня они дети. А за спиной, ребята, а за спиной проблемы, помноженные на отчаяние. Потому что в условиях, в каких мы сейчас живем, бездомные животные не то, что никому не нужны. От них отмахиваются, как от пустого места. А ведь их жизнь в ваших руках. Ваши 100 рублей, ребята. Ваша капля доброты. Если можно, ребята, не отворачивайтесь, пожалуйста. Я прошу вас, не отворачивайтесь.